потому что пять теннисисток, которые держат ракету левой рукой, принимали участие на этом турнире. Одна из американская теннисистка. Причем Люси Сафарова выиграла всего лишь одну партию 6-3-6-3. И 2009 год здесь же, в Торонто, в четвертьфинале, в этом же раунде, выиграла Серена 6-3-6-2. Польша. Квадрат подачи не коснулся. И вот прием подачи на вылет. Я только что говорил, что опасается прием подачи. Ноль пятнадцать. По 15. Непростые матчи. С первой же попытки, с первого сетбола выигрывает партию Люси Сафарова. И со счетом 6-4 берет первый сет. Ноль пятнадцать. Гейм выигрывает. Сам факт, что она боец и намеренно, смотрите, бежит за безнадежно проигранным очком по 15. Начинает потихонечку налаживать игру Селена Вильямс. Вот этот игровой. Одно очко отыгрывает чешская теннисистка. Тридцать пятнадцать по 30. Вот смотрите, какая опасная подача. А на сей раз Серена рванулась закрывать линию, дать возможность соперницу привыкнуть к однообразию своих действий. Молодец. Больше. На 6 больше было в американке.
по 15. Простая, но красивая комбинация. Укороченная свеча, не делая большого количества подарков. А вот сейчас было касание. Смотрите, какое. Один сетбол отыгран. Партию со счетом 6-3. Выиграв последний день на своей подаче, берет Серена Уильямс при счете 1-2 в третьей решающей партии. Подает Серена Уильямс. Три гейма сыграно. Каждую скорость полета мяча после первой подачи американской теннисистки, как правило, где-то колеблется вот в этом диапазоне 170-180. В очередной раз, забегая под форхенд, играет и попала под такую атаку. И опять подача на вывод. Очко Сирена. Хорошо считает. Красивая комбинация и очень удачно выполнила укороченный сейчас Сафарова. Сделала брейк. Выиграла гейм на подаче Сафаровой Серена Уильямс. И счет становится 3. Выигрывая этот мяч на своей подаче. Да, делает эйс. Километров в час. Вот так вот прибавляет в силе подачи первой Сирена. Молодец, Люси, смотрите, как здорово выполнила обводку по 30 в квадрат, выполняя подачу Сирена, и мяч летел, а вот еще эйс. Вот мяча была, по-моему, 202 километра в час, ежели, опять-таки, я правильно углядел цифры. 0-15. И вновь, забегая под форхенд, играет обратный кросс на вылет. Держит ракетку левой рукой. Можно вспомнить много и теннисистов, и теннисисток. Вот сейчас опять видите. Вот дважды сейчас играла диагональ. Люси Сафарова. Это естественный и привычный. На вылет принимает. Ну и с первой же попытки выигрывает последний гейм в третьей партии. Последний гейм в матче Сирены Уильямс со счетом 4-6.
6-3, 6-2. Сирена Вильямс побеждает Люси Сафарову в четвертый раз в их очном противостоянии и выходит в полуфинал. Таким образом, пара полуфиналистов турнира в Торонто следующие: Стосур Радванска, Азаренко, Сирена Вильямс. Первый матч, который будет сегодня проводиться здесь, на центральном.